Ну чё, суки, сейчас мы вас разнесем как с копилочками там. Топает малыш. Ха-ха-ха-ха, обхитрил. Он сюда бежит. Опа, 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 опа. Не, чувак, ты меня просто не возьмешь. Воу, щит. Ой, лоханулся, ладно. А чё вы ждете этот реакцию, да? Все, сори, ребята, сори, заигрался. Этот, оказывается, у меня все пишет уже, и камера включена, я что-то тупанул. Ладно, давайте смотреть. Салем представляет Шикер, третья серия. Погнали. Так, у яца Суздар тут есть. Так что смотрите. Закрывайте уши. Ууу, передоз. Вспоминается фильм на игле Трейнспоттинг, короче. Вау! Мощно! Да ты даже не попал по цели. Я же учусь. Сломался, братан. Ты сломал. Полиция Нью-Йорка! Вот ты дебил, а! Тихо! Алло? Алисон, братишка. Пойдет, как сама? Ты чего пропал? Работа, учеба. Ну ты к нам иногда хотя бы заходи. Мама-то обрадуется. Тебе манты приготовим, вешь. Блин, как будет время, обязательно заскочу. Как будет время, заскочу. Ты такой деловой. Извините, пожалуйста, что мы вас беспокоим постоянно. Ну, может быть, вы занесете нас в свой календарь и хотя бы пригласите меня и заберете. Блин, хочешь, давай встретимся. Блин, сейчас тот чувак что-нибудь учидит там. Давай, через часика два, хорошо? Да, как раз я раскидаю свои дела. Хорошо, договорились. Давай. Так нельзя делать, алло. Ты что, ебанулся? Че, какие планы на вечер? Сегодня посещение, думаю, идти, не идти туда. Ну, убьем, что ли? Пошли, конечно. А ты так куда лезешь? Я, мне дофига дел, став нужно еще раскидать. Давай помогу. А ты меня с собой возьмешь. Да? Да. Давай. Нормально, нормально. Крутая тачка у них. Давай на скорике. Откуда? А, ну хотя. Что вопрос? Опа, 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 чё, пропало? Сука. А чё он
А как он понял, что что-то пропало? Че, его почистили? Сука, став. Маха, не брать мою голову? Не брал. Что за голову? Черный, круглый. Сука. Колонки нету. Да, где мою голову, черный, круглый? Бегал, слышишь? Сразу жух. Ну, блин, нахуй я не ставлю? Сука. Став. Нефиг брать чужие вещи. Да. Забрал. Че мы будем делать? Так, сики были, поехали быстрее. Мне нужно еще став раскидать. Сука, еще со струхом же стрясся. Да, нормально. Поздравляю, кстати, со свадьбой. Рахмет. Мы вот готовимся. Забавный кадр. Вообще не знала, что столько нервов на это потрачу. Это просто ужасно. Надо купить платье, найти ресторан. Даже рука обрезается, типа. А, ну чтобы диван был. Не надо звать много гостей на эту тузоту. Нет, ну я плачу. Ну и диван был, да, блядь. Я не понимаю, зачем обрезали руки. Да. Теперь еле-еле закрываем. Блин, если честно, ты мне все желание отбил жениться. Ну ничего, Гульнар Катина на тебя крикнет, и ты сразу побежишь. Да, не говори, мама может. Блин, на щеку мне пора ехать. Пригласительные не забудь. А, кстати, у меня для тебя есть подарок. Да, какой? Сейчас, минутку. От меня. Олег, ты что, гонишь? Возьми. Я не возьму. Ну, скажи, парень, возьми, это подарок от меня. Олег, а ты и студент. А Сёка, я обижусь. Бери. Куда у тебя эти деньги? Да мы с пацанами бизнес делаем. Что за бизнес? Блин, давай потом расскажу, я правда тороплюсь. Ладно, спасибо. Давай. Увидимся. Пока, удачи. Ну, наверное, много. Прикольные пролеты. Классно, картинки. Ну, тебя нахуй нужно приехать. Ну что, разлось тебе весь день катать тебя? Бля, Канон, не ну, я. Нам надо нормально приодеться. В этой одежде никакая тёлка не даст нам.
На тебе. Бля, был бы это, я бы тебе не дал. Бля, был бы ты тёлкой, давалка была бы. Нихуя. Например? Не нахуй. Ебать, смотри тут. О, смотри. Подожди, подожди. Можно костюм посмотреть? 26-я ступень, твоя жизнь, всё неплохо. Твоя жизнь не удалась, как ты сам на фото. Для кого-то гений, для кого-то бездарь, для кого-то ветер, для кого-то тебе нет совсем. Стильненько, стильненько. Вот моя нагрудники, мне нужно с ним подойти. Нихуя у тебя! И я чувствую, что у меня сегодня перепадет, братан. О, пришел. На паре не ходит, а то снег не первый. А нас умеет учиться, да. Я же все умею. Ребят, вы что, тусить пришли или как? Давайте что-нибудь закажем, скинемся по штуке. И там водку или сушняк закажем, да? Фу, не хочу я водку. Ребят, давайте я закажу. Оксан, нам, короче, две бутылки виски, девчонкам шампанское. Есть фруктовая нарезка? Тащи фрукты. И если что, там, да, закажем. Все хорошо. Это все за мой счет, друзья. Такой счет. Откуда у тебя такие батареи? Тебе скажи, тоже захочешь. Чего медийные лишние здесь? А что это? Победи. Лакшери-ри, лакшери-ри. Чего медийные лишние здесь? Хуй пойми, хуй победи. А Райнар Мимбазити. Лакшери-ри, лакшери-ри. Она не одногруппница, что ли, или что? Нормально, все уверенно. Привет. Привет. Чего пьешь? Давай угощу. Пина колада. Пина колада? Два. Мы же с тобой вместе учимся, просто я на курс ниже. Меня, кстати, Алдик звать. Алдиар. Я там особо не хожу на учебу. У меня свой бизнес. И что за бизнес? Доставка. Мы доставляем разные товары. Ясно. Угощайся. Давай. Такая, типа, меркантильная, мне кажется. Я хочу танцевать. Давай. Я хочу все забыть до утра. Под ванной бокал. Под ванной бокал. Ну, я спрашиваю. Сделай, чтобы к утру знал, потерял. Я не могу догнаться. Давай еще закажу коктейль. Нет. Например? Тоже по этой теме, да, значит? Вот так вот, все, ёпты. Кокс решает. Нифига, вообще фартанул. Да. Ну конечно, ничего не покажут.
Классный кадр. Круто. Ну, на самом деле, постельная сцена прям горячая. Ну, все, доброе утро. Парнишки. Вот это красота была там. Мне кажется, в этой серии, да, он попадется копу. Или нет? Должен в этой серии попасть. Блин, не показали. Так, ну чё, хорошая серия. Классные кадры, опять же, постановка. Вот оператору и режиссеру вообще прям респект. Вообще, за все серии, я не говорил, может, но очень крутые кадры есть. Прям, как будто фоточки. Просто немного не понял... зачем руки было рубить, когда они за столами сидели. Ну, видимо, так должно было быть. Очень крутая сцена. Девушка симпатичная, да? И очень крутая сцена постельная. Супер. Ну, вообще, я прям очень рад за казахов и за тех, кто делает этот сериал. Очень круто все. Классно. Прям такой хороший молодежный сериал. Так, третья серия, в принципе, неплохая. Наконец-то уже намек на то, что он сейчас спалится. У него начнутся проблемы и станет куда интереснее смотреть. Вот. Ну, типа, еще интересней. Так что, ну, вот с каждой серии все интереснее и интересней. Так что будем ждать продолжения. Как вам реакция? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.